Всего пару недель отделяет нас от жаркого июльского солнца, а вместе с ним и от отдыха на пляже. Сейчас у сотрудников таких подразделений, как освод, МЧС и коммунальник, важная задача – привести в порядок пляжные зоны и тщательно проверить водоемы. Все для того, чтобы наш отдых был на пользу. Официально купальный сезон начался еще 1 мая, но погода пока не балует брещан теплыми и солнечными днями, а значит, повода идти на пляж у горожан пока не было. Но сотрудники коммунальных, санитарных служб, НЧС и освода уже сделали немало для того, чтобы отдых на пляжных территориях был безопасным и приятным. Как итог, прибрежные зоны радуют своей чистотой, а информационные стенды напоминают о правилах поведения на воде. Пляжи очищаются от посторонних предметов, мусора, готовятся для того, чтобы люди могли отдохнуть и купаться уже на местах, где все очищено, подготовлено. Кроме того, конечно же, оборудование все, которое на пляже находится, оно, если что-то пришло в негодность, опять-таки приводится в порядок. Кроме того, что мы дежурной сменой работаем круглогодично, на летний сезон еще набираются дополнительные матросы-спасатели, которые приходят, как говорится, на помощь к нам, когда уже массовое начинается посещение пляжей. Решением Брестского горосполкома определено 5 официальных пляжей на территории города, где купаться разрешено. Пляжи Центральный и Восток, в данном случае лишь правый берег реки Муховец, Грибной канал и зона отдыха Красный двор. На всех пляжах организовано дежурство подразделений «Освод». Ждет своего часа спасательное снаряжение, городские станции и посты готовы нести вахту наблюдения за отдыхающими. В апреле текущего года были обследованы все городские пляжи, особое внимание уделяли нескольким критериям. В первую очередь при обследовании пляжей обращалось внимание на его благоустройство, наличие мест продажи питьевой воды, либо установка стационарных источников для питья. Также обращалось внимание особое на безопасность. Это чтобы не было опасных деревьев, чтобы своевременно провели обрезку их. Подразделение «Освод», чтобы были укомплектованы всеми средствами, необходимыми для спасения и наблюдения. Чтобы были во всех пляжах купели, они были исправны, покрашены. Безопасность прежде всего. С начала текущего года утонуло 9 человек, большая часть которых была в состоянии алкогольного опьянения. Все случаи произошли в местах, запрещенных для купания. Соответствующим решением местных органов власти определены места, запрещенные для купания. Чтобы понимали граждане, купаться разрешено только на официальных пляжах. На других акваториях, водоемах города купаться запрещено. При выявлении нарушителей данных запретов предусмотрена административная ответственность от 1 до 3 базовой величин. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.